Да, матч, который не совсем решал, но определял медальные наши амбиции. Или мы сидим на колесе у Шахтера. Когда приближаются наши преследователи. Поэтому, конечно, очень много борьбы. Немножко даже сумбура. Не все получилось с точки зрения игровых наших игровых концепций, но такие игры, скорее всего, такие не будут. Потому что Жодину нужны очки, блин. И нам нужны. Но еще впереди 6 игр, поэтому задача ставится максимальной. Где дальше? Ваши вопросы, пожалуйста. Андрей Масловский, Трибуна.ком. Вы очень эмоционально реагировали на действия защиты во втором тайме. Вы ходили там на несколько метров за границу технической зоны. Что было не так? Были, к сожалению, ошибки. Стороны всегда виднее, поэтому как раз-то вся проблема у нас создавалась на дальней штабе. Левой. Оттуда, к сожалению, было. Так что не зря их. А вы им так же так, ну, подсказывали, как правильно играть? Ну, одно дело подсказывать. За бровки, во-первых, не все слышат, а другое дело, чтобы игроки сами друг другу подсказывали. Вот. Пока у нас мы играем последние игры в 2 или 3 защитника. Сегодня у нас было 3 защитника. Те игры мы играли 2 защитника. Наёк это не защитник. Габов это не защитник. Остроук сломался. Поэтому определенные вот эти моменты есть, и, к сожалению, они не приводят к голам, когда не узкая специализация футболиста. Хорошо, конечно, когда он универсал, но универсал — это когда нужно играть на всех местах хорошо. А где-то лучше, где-то хуже. Тоже, да. Затыкаем дыр. Но после игры с Витебском тональность высказываний игроков и тренеров была о том, что Динамо отбивалась, да, и больше как бы повезло в результате. Сегодня тоже по характеру матча складывалось так, что Торпеда было больше, имела больше возможностей на гол. Что случилось с игрой, почему так натужно все идет? Команда только формируется. Вы хотите за месяц, чтобы была суперкоманда? Нет, ну были же матчи, что-то вот, получше получалось. Ну, получалось получше, что-то и похуже, получается. Еще стабильности нет. Да. Сразу не делать. Хорошо, что мы вышли на этот уровень, я считаю. Это уже достижение по сути. А то, что будет, конечно, нужно это избежать, стараться, но опять же, это уже чисто такая футбольная кухня, и разбирать ее сейчас нет смысла, потому что все от базовых возможностей футболистов. Некоторые были травмированы и форсировали подготовку. Практически все форсировали подготовку, когда я пришел. А форсаж всегда где-то ждешь ямы. Когда все по полочкам, когда объем, время, когда какая-то база, которая позволяет еще и один как бы взлет сделать, когда форсируется, тогда это нужно сейчас смотреть каждого игрока и состояние, и не ошибиться с составом. Дмитрий Синяк, «Спортивная панорама». Сергей Владимирович, вы говорили, что не поддерживаете идею, чтобы капитаном было вратарь, однако, когда заменяли Артема Быкова, она дал Игнатовичу. Ну, он так решил, значит. Я ж не буду там менять уже такие уж щепетильно быть придирчив к этому, чтобы капитан
на матче все передать, как британскую, поляцкую. Ну, он так решил, значит, он решил, ты решил. Спасибо. Артём, пожалуйста. После матча вы собрали игроков в центре поля, даже они не успели подойти к болельщикам, и что-то им говорили вместе с тренером штаба? Да, мы всегда делаем, если ты ходишь на каждый матч. Собираемся и остужаем, и наоборот, еще больше поднимаем настроение. Эмоции разные бывают после этого. Вы хотите это перевести в традицию, Динамо? Собираться после матча всей командой и... Ну, по крайней мере, это у нас на данный момент уже традиция, раз мы провели. Сколько игр в этом круге, плюс Еврокубки, всегда мы собираем. Значит, будем стараться, чтобы это было постоянно. Еще вопрос, пожалуйста. По такой игре, которую вы считаете, что справедливый результат ничья? Соперники? Справедливым будет финиш. А были игры, когда нам рикошеты залетали. Мы имели преимущество с тем же Шахтером по количеству всех действий, по скоростным действиям. Имели преимущество, но дураки залетали. Справедливо. Сказали, что справедливо Шахтер победил. Поэтому футбол такая вещь, что где-то справедливо, где-то несправедливо, а потом подобьешь в конце, там потерял, здесь нашел. Все то же самое. Главное идти, гнуть свою линию. И нет результата, все-таки отталкиваться от возможностей наших игроков, и что они могут, и что они еще могут приобрести, что они смогут прибавить в чем и заиграть по-другому. Что-то уже получалось в этом сезоне. Надо, чтобы это было стабильно, не случайно. Сергей, расскажите, пожалуйста, что с Роткевичем. Может быть, мы что-то пропустили, но вот он очень редко играет сейчас. Ну, с Ротковичем, во-первых, лимит на легионера. Правильно? Когда играет Мунир, и Буднику, и Ротковичу сложно. Зачем нам держать двух игроков одинаковых туа на скамейке запасных? Поэтому я выбираю или Будник, или Ротко. Просто он... А сидеть иностранцу просто... Ну зачем? Ему даем шанс, давали шанс. Он, я считаю, не оправдал его. Те игры, которые он выходил, мне не удовлетворили. Меня не удовлетворили. Поэтому... В этом плане предпочтение даю Буднику из двух нападающих инстанций.